спорю с Достоевским. Вот хотя настало время секса и красоты, а мир спасти не удалось. Это произошло в Одессе. Его внезапно сфотографировали на улице и дали квитанцию. Там указано, сколько нужно заплатить, чтобы уничтожить негатив. Папа и сын, я тебя люблю, и я тебя люблю. А я тебя люблю больше, а я тебя еще 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 больше. Сын, сейчас как дам по голове. А вот это еще такая запись. Проституция и любовь. Проституция так же похожа на любовь, как журналистика на литературу. Слова те же. Слова те же, движения те же, но не в душу.